известного мастера Владимира Рыбина, он же Самдарша. Первый раз взяла ее в руки год назад, никогда до этого на флейтах не играла. Вот, ну, я пассивный игрок, хочу играю, нет настроения не играю, но тем не менее за год очень сильно продвинулась, потому что это очень простой музыкальный инструмент, его может освоить любой. Главное иметь желание.